Как только эти гордые и величественные птицы возвращаются на родину, они тотчас начинают жить отдельными семьями. Супруги одной и той же пары нежно привязаны друг к другу. Что означают эти плавные ритмичные движения крыльями, сказать трудно. Но одно несомненно. Дружеским чувством, постоянству и верности этих грациозных птиц можно только позавидовать. Однажды заключенный брак продолжается у них всю жизнь.